Мам, смотри, у меня 9 число, я буду выступать 9. Отлично. Я желаю тебе яркого выступления и победы. Удачи тебе, доченька. Спасибо. С детства моя мама играла на фортепиано мне. Я смотрела на свою сестру, на маму, на свою прабабушку, как они играли на фортепиано. И я с детства хотела заниматься музыкой, тоже играть на фортепиано. Тогда меня мама привела посмотреть учителю, что я умею. Я ему сыграла какие-то маленькие пьески по типу «Жили у бабуси». И меня в итоге приняли сначала в нулевой класс, но потом поняли, что зачем мне нулевой класс, можно уже в первый переходить. Вот. Пришла она такая, знаете, вот... с глазками. Ну, как обычно, первоклассники приходят, они еще не знают, чем здесь будут заниматься, и как, и что. Что от них будут требовать. Они, конечно, у них глаза огромные, но в то же время с таким настроем хорошим. И, ну, музыкальные способности у Султана проявились рано. Вот. Начиная со второго класса мы уже начали выступать в различных конкурсах. Начали мы с городского академического концерта, она где успешно сыграла. Ну, потом начали участвовать в других конкурсах. У нас не было и полугодия, в котором бы мы не участвовали. Мне очень нравилось заниматься музыкой. Я приходила с радостью на урок, играла музыку, которую мне давала Затуная Куповна. Мне это очень нравилось. Мне нравилось воспроизводить эти ноты, учить что-то новое, получать какие-то новые знания. Это вот ты немножечко пробежала, да? Как нужно сыграть? Мир, ля, да? Немножечко растянуть. Давай еще разочек. Сейчас уже получше. Вперед. Сюда. Наша школа буквально недавно отметила свой вековой юбилей и является в России одной из старейших школ. И является лауреатом всероссийского конкурса как лучшая школа России в тройке лидеров. И наши дети, конечно, ежегодно подтверждают это, завоевывают звание лауреатов на различных международных, всероссийских и республиканских конкурсах. В этой школе я работаю с 1979 года. 44, наверное, будет уже, как я работаю. Я часто вспоминаю слова своих преподавателей, наставников, которые хорошо объясняли, рассказывали про творческий мир композиторов, о их произведениях. И, конечно, вот эти вот моменты я всегда вспоминаю и стараюсь вот эту вложить доброту учеников, чтобы они имели хорошую мотивацию заниматься, чтобы у них все получалось. Не всегда получается, но нужно настроить ребенка, взять ему красивую программу, чтобы она ему нравилась. И тем самым как бы дальше уже приступать к таким вот техническим трудностям, с которыми они должны справиться. Так, достаточно. Вот смотрю, просто так. Понимаешь?
знаешь про Константина, а именно это. Давай еще разочек вот эти вот сыграй. Четыре, раз, два. И сверху. Молодец. Дальше. Я занимаюсь 2 часа в день, прихожу каждый день сюда, играю. Конечно, устаю, но надо добиваться. Кто не трудится, тот не получает результат. Мы еще в телевизионном конкурсе никогда не участвовали и решили попробовать. И вообще конкурсы, они как бы имеют такое прогрессивное начало, что дети, которые участвуют в конкурсе, они как-то более осознанно и уже по-другому подходят к разбору произведения, к играем произведениям, к исполняемым. Поэтому я считаю, что это вот двигатель как бы движения, их роста, чтобы они не стояли на месте. И вот мы решили с Султаной поучаствовать в телевизионном конкурсе. Получится, ну, получилось, мы очень рады. Когда ты видишь очень много камер, немного теряешься, потому что тебя снимают со всех ракурсов, каждый твой палец, каждая твоя волосинка видна. И, конечно, это непривычно, потому что обычно просто сидят люди, смотрят, а тут снимают камеры. Это было страшно, но я переборола свой страх и сыграла красиво. Султана, я ей за это благодарна, она успевает везде. Представляете, и в школе она там в олимпиадах участвует, и здесь в конкурсах, и все у нее как бы это ладом все идет, молодец, находит время, играет. Девочка очень такая вот трудоспособная, способная она, что мне нравится в ней, она умеет настроиться и умеет добиться таких вот, иногда бывают трудные моменты в техническом исполнении, но она будет сидеть и добиваться этого, пока у нее не получится. Меня подбадривает музыка, которая мне нравится, и мой учитель, который всегда меня поддерживает. Я прихожу к нему на уроки, мы всегда можем там поболтать, что-то рассказать друг другу. И это проходит не как урок, где я обязана что-то вот хорошо играть. Это проходит
как я прихожу, общаюсь с учителем, мы там что-то учим, и у меня все хорошо получается. Мне очень нравится общение с учениками, потому что они настолько все разные. И когда с ними, ну, мы же не только играем, мы же должны еще как-то побеседовать с ними и как бы рассказать им многое о музыке, чтобы они понимали. И вот это вот общение, оно как бы наполняет и их, и меня. В первую очередь, конечно, хотелось поблагодарить свою учительницу Затаную Куповну, так как именно она учила меня всему, вдохновляла, поддерживала в трудные минуты, отдавала на эти конкурсы. И также хотела поблагодарить свою маму, которая всегда тоже поддерживает, жалеет, приходит на мои выступления. Также благодарна себе за то, что не ушла из музыкальной школы. Султана, поздравляем тебя с замечательным выступлением. Произведение, конечно, ты взяла одно из самых таких заковыристых, сложных, да? Любимых, да. Неудобное произведение. Ну, там есть такие штучечки, не очень иногда удобные, не очень приятные для исполнения, но очень здорово звучащие, если их сыграть. Вот, тебя... Мне больше понравились твои крайние части. Мне показалось, что они ближе тебе, понятнее, как будто вот такие вот, да. Игривые, да. Вот у тебя здорово бегают пальчики, так ты свободно ими делаешь все, что хочешь. Вот еще нужно себя уши немножечко тоже отпустить и творить. Моей Кяке в этом году исполнилось 85 лет, и она выпустила книгу о своей жизни и сборник детских песен. Я бы хотела детскому телеканалу подарить эти книги и диски. Я очень хочу быть как она и стать профессиональным музыкантом. Когда нам сказали, что мы будем с оркестром играть, нас это вдохновило еще больше. И было очень приятно, что для этого конкурса Альфия Хабирова специально сочинила концертино для фортепиано с оркестром. Это было, конечно, очень великолепно. Первое исполнение, как бы премьера. Когда я узнала, что прошла финальный этап, я была ужасно рада, потому что играть с оркестром не всем доведется. То есть мне уже 13 лет, скоро 14, и я уже играю с оркестром. Взрослые люди не играют с оркестром, а я играю. Это было для меня удивительно и очень радостно. Меня попросили написать произведение для участницы, озвучили ее возраст, класс, ее, ну, примерно уровень.
И специально для нее, для ее уровня я написала произведение. Оно непростое, я знала об этом изначально. Оно написано специально, чтобы показать и технические возможности участницы, да, и ее музыкальность, и ее, ну, вообще в этом произведении можно проявить все свои таланты. Когда нас пригласили на репетицию, мне было очень страшно, потому что я думала, что дирижер будет очень строгим, даст какие-то советы, которые придется отрабатывать очень долго. Но я пришла, он сказал, все прекрасно, все хорошо, и я счастлива была, что дирижер такой добрый оказался. Па-п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 ам. Рам. Одно из главных условий конкурса – это исполнение башкирских произведений башкирских композиторов. Это на самом деле прекрасно для композиторов Республики Башкортостан, потому что, во-первых, это продвижение нашей музыки, да, ее распространение. Во-вторых, это огромный стимул для композиторов писать больше для детей. Концерта мы очень долго готовились. Утром я встала, сделала прическу, оделась. Когда пришла на концерт, мы отрепетировали, был прогон, немного поиграли, отрепетировали выход. Что для того, чтобы выступить на такой сцене, нужно проявить большую силу воли, упорство, трудолюбие. Все это есть у Султаны. И дай бог, это все ей поможет для победы в этом конкурсе. Султана Гумерова, детская музыкальная школа номер 1 имени Наримана Сабитова, класс преподавателя Зайтуны Габдулхаковой. Thank you.
Оксана Гумерова. Я сыграла. За кулисами стояли мой учитель и мама. Они меня очень сильно поддерживали. Когда я вернулась за кулисы, мы долго обнимались, очень рады были. Была очень уставшая, но счастливая, потому что я сыграла с оркестром. Это было просто поразительно. Это было прекрасно, незабываемое ощущение. Султана Гумерова, детская музыкальная школа номер один. Мен оларды тыңлаған бағытта шол деген толқынланып тыңланым. Хаттан шатланып отырдым. Мына біздің мәдениет министрі, үкіметі біздің поддержка арқасында осындай конкурс ұйыстырылу. Балаларды шол деген дәрежеге көтеру, оларды біздің культурамызға иғтибар беру деп аңлаймын мен аны. Сегодня мы увидели уникальное событие. Разные ребята разных возрастов показались на большой сцене с главным оркестром республики. Конечно же, хочется, чтобы у них все сложилось наилучшим образом. Поэтому в добрый путь наших ребят отправляем.